Без 5 минут дипломированные механики и горные мастера защищают выпускные квалификационные проекты. Артем Конов проходил практику на шахте имени Рубана. Плюс 4 года изучал азы профессии в техникуме. Какие проблемы будут, я могу справиться, но в дальнейшем и будут учить все равно. Как бы на этом не заканчивается вся вот эта учеба в техникуме. И как бы и на предприятии вот даже то, что была практика, все равно как бы более обширную информацию давали на предприятии. На доклад отведено 7 минут. Тема исследования, добыча полезных ископаемых, обеспечение промышленной безопасности, охрана труда, транспортные и экономические вопросы. Схема чертежи горного оборудования выполнена самими ребятами в автокаде. Диплом Артема посвящен выбору средств механизации и расчету электроснабжения очного забоя в условиях шахты Рубана. Это комбайн. ТС-300. Главный конвейер. ПФ-4-11-32. Перегружатель ПФ-4-11-32, дробилка СК-11 и крепь МКЮ-2Х. Государственные комиссии работают сразу в 2 аудиториях. В одной защищаются будущие механики, во второй – студенты специальности подземной разработки месторождений полезных ископаемых. Темы владеют не только в теории, но и на практике. Большинство студентов-выпускников осваивали будущую профессию на предприятиях компании «Соя-Кузбасс». Достоинство сведения метода МАТА. Первое – быстрота способа стыкования конвейерной ленты, небольшие финансовые затраты. Дослушав доклады, члены комиссии коллегиально оценивают. Постоянным членом экзаменационной комиссии являются представители компании «Соя-Кузбасс», главного работодателя. Очень хорошо ребята защищаются, очень хорошо, достойно. Я думаю, что многие из них, кто-то пойдет учиться, кто-то, наверное, будет работать в шахте, в армию уйдет. Но вот на тех защитах, на которых я присутствую, я считаю, что ребята очень высоко подготовлены, и за ними будущее. В этом году из стен Ленинско-Кузнецкого горно-технического техникума выйдут 192 дипломированных специалиста, и уже идет набор новых студентов на горные профессии. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.